и крик души. Слово передаем Сергею Анатольевичу Сивох. Прошу. Итак, крик души Деда Мороза. Ну, как Дед Мороз, я, естественно, в первую очередь должен поинтересоваться. А есть ли в зале дети? Есть! Ну, тогда без матов. Знаете, вот люди в Новый год делают очень много странного. Вот, например, странно, что даже если вы отмечаете Новый год дома с семьей и весь день ходите в обычной одежде, в 11 вечера, вам надо резко побежать и переодеться во все красивое! Это очень странно. Весь год ты перед этими людьми ходишь в трусах, чешешь живот, а сейчас, 31 декабря, за час до полуночи тебе нужно впечатлить домочадцев офигенной красотой. Вот какой он я! Теперь я буду всегда так небесно красив! Или вот, я не понимаю, почему многие современные люди недооценивают способность своей семьи веселиться. Вы знаете, постоянно говорят, вы знаете, я вот Новый год с семьей встречу, а потом к вам приеду, и мы там, как будто отдых с семьей, это что-то такое второсортное. Кстати, почему они все так уверены, что их домашние грустно проводят время? Может, сразу после их ухода? В квартире начинается. Он ушел, ушел. Е-ха, ну что, погнали! Валентина Ивановна, жуйте зерна, полите самбуку! Кирюша, ты не спишь, текилу тебе, текилу! Алла, неси этот 5-литровый бутыль из-под минералки, сейчас спилим дно, сделаем водный! Вообще, люди просто стали неискренне веселиться как-то. Сейчас Новый год, все такие недовольны. Например, знаете таких людей, которые появляются в канун Нового года и говорят, а что-то вообще нет настроения праздновать. А еще знаете, чего достает? Это письма Деду Морозу. Вы вот каждый год пишете и не знаете что. Например, здравствуй, Дедушка Мороз. У всех моих подруг есть новый айфон, а у меня нет. Пожалуйста, пошли мне Карена, Ашота или хотя бы Рустема. Или такое письмо. Здравствуй, Дед Мороз. Я давно не был дома. Очень хочу туда попасть. Пожалуйста, измени Уголовный кодекс Украины. Витя, 65 лет, Ростов. Ну да ладно, бог с ним. Ладно, давайте лучше поговорим о жюри Лиги Смеха. Итак, Потап. Ты был хорошим и послушным мальчиком. Что потом произошло? Бери пример с Ласточкина. Он был хорошим маленьким мальчиком и остался хорошим маленьким мальчиком. И вообще, ребят, вот что с вами? Из вас всех только Лена задала мне нормальное новогоднее задание. Сделай, чтобы моя команда победила в финале. Ну и, кстати, с удовольствием. С удовольствием сделаю, чтобы моя команда победила в финале. С Новым годом вас! Мира и счастья!